люди проживают именно в пожарных частях. В 70-е, 80-е, 90-е года прошлого века данные служебные помещения были предоставлены им в связи со служебной необходимостью и прохождением службы в пожарной охране города. Согласно требованиям жилищного кодекса, служебные жилые помещения предоставляются на период трудовых отношений. Это было указано и в договорах, заключенных с проживающими. Однако после увольнения не все освободили занимаемые помещения. Таких семей на сегодняшний день 14 у нас в трех зданиях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня как бы даем комментарии по поводу ситуации с проживанием. Здравствуйте. Данный человек не зарегистрирован здесь вместе с ним. Андрей Николаевич у вас? Ну вот, пожалуйста, к нему все вопросы. Вы не предупредил вас? Насчет чего? Насчет чего? А вот это вот сейчас зачем все? Я даю комментарий. Ну, а я тут... Данное здание как бы является нежилым. Находится над пультом. По одному из граждан Черкесским городским судом уже принято решение о выселении, которая проверена Вологодским областным судом и установлена его законность и обоснованность. Судом при принятии решения было учтено, что данный человек никогда не работал в пожарной охране, ни дня не отработал, имел в собственности квартиру, но после запроса второго отряда о наличии жилья оформил ее дарение своему родственнику. То есть это называется намеренно ухудшить свои жилищные условия. Решением суда было принято решение 12 сентября 2018 года о выселении данного гражданина из одного из помещений, находящихся по адресу улицы Маченкова, дом 19. Гражданин до сих пор не освободил данное помещение и в настоящий момент в данном помещении не проживает.